Петербург первой четверти 18 века. Петровская эпоха оставила нам немало памятников архитектуры и культуры. Среди них дворец Меньшикова на Васильевском острове. 25 лет шли здесь реставрационные работы, и теперь дворец открыт для посетителей. Первый генерал-губернатор Петербурга, сподвижник Петра Александр Меньшиков, строил свой дворец пышно, с истинно царским великолепием. Многие архитекторы трудились над его созданием – Фонтана, Шедель и знаменитый Доменико Трезини. В этом здании своеобразно сочетались традиционные русские и новые для России западноевропейские приемы и формы. Здесь происходили знаменитые Петровские ассамблеи, парадные приемы дипломатов, праздничные торжества. Дух XVIII века обитает в этих стенах, и сегодня так бережно, так досконально восстановлена здесь каждая деталь интерьера. Нельзя переоценить громадный творческий труд ленинградских реставраторов, возродивших для нас, для потомков, уникальный памятник XVIII века. Поистине вечна эстафета поколений.